Всем привет, я Скиф, это Oxygen Not Included. Продолжаем играть, продолжаем развивать нашу чумазую планету. Это видео записывается практически сразу после предыдущего, поэтому дубликов мы назовем в следующем видео. Можете еще по-прежнему писать ваши варианты под предыдущим видео. Ну а здесь мы пока что будем заниматься перестановочками. Я все думаю, может быть, вот здесь вот как-то чуть-чуть немножко подвинуть. Будет ли он отсюда забирать, непонятно. Давай вот здесь снизу поставим автосборщика, два штуки. Но вот так. Я просто не знаю, как деревья будут падать. Не очень понятно. Сейчас надо, наверное, просто проследить за этой темой, как у нас здесь деревья падают. Ну, в смысле, бревна непосредственно уже. Они на две клетки валятся или на одну? Если на одну, к примеру, валятся, то мы загребем их отсюда без лишних на то проблем. Так, здесь у нас сколько жидкости уже успело накопиться? Ну, 5000 там плюс-минус, особо больше-меньше не становится. Здесь трубу достроили, надо теперь организовать нормальную подачу углекислого газа. Сейчас этим займемся, да, какой-то автоматикой. Так, винил. О, да, почти успел поиграть. Ну, а в космосе продолжаем чудесную стройку. Кстати, кислородик голубеньким таким теперь отдает. Забавно. Так, а мы весь кислород практически туда подали, да? Это замечательно. Так, тут уголь есть. Вообще у меня уголь производится. Да, производится 65 тонн явно. Сами по себе ниоткуда не взялись. Они у нас производятся. Здесь это все будет рядышком стоять. Будет работать не особо эффективно. Само собой. Но главное, что будет работать. И сюда нам надо охлаждение замутить. Плюс не забываем про трансформаторы. Ставим именно что большие. Свинец. Нет, из свинца тут явно не стоит делать. Надо из алюминия, либо из железа. Два штуки я тут вряд ли уместю. Ну, начнем хотя бы с одного. К нему надо подать провод высокой мощности. И уже как-то что-то тут запитать. Так, можно подцепить, спасибо. Вот это все запитаем, надо еще автоматику наладить. Здесь немножечко кривенько это все, конечно, выглядит. Но главное, чтобы работало. Нам тут супер дофигища энергии не надо. Еще надо как-то вот это все дело раскопать. Тут, кстати, я еще не все тофу произвел. Надо бы произвести и потом, соответственно, сделать острый тофу. И будет замечательно. Так, скользец. Ты-то у нас тут летать летаешь. Понтус тебя. Типа производишь декор вокруг себя. Пока я даже издали не представляю, нафига ты мне там. О, жареные грибочки. Не самая лучшая еда, но допустим. Так, а здесь что за поломка? Перегрузка. Какой-то мостик мы тут перегрузили. В честь чего и когда? А, наверное, когда стекло выплавляли. Тут была чрезмерная нагрузка, потому что стеклоплавильно потребляет очень так не слабо, недостаточно много, я бы сказал, энергия. Так, ну и сюда надо угля натаскать, тут как бы закончилось. Здесь потихонечку реализуем подачу кислородица. Здесь проводку мутим. По идее, должно хватить 2 киловатт, да? Чего у нас тут потребление? По 120 везде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14-15. Или не хватит? Если что, на второй зацепим. Сейчас надо будет посмотреть что-то. По-моему, с избытком на один трансформатор. Но это не точно. Ты сколько потребляешь тоже? 120 и ты 120. Да, по идее, надо разбить, наверное, на 2. То один, по-моему, явно не вывезет. Ну, а здесь потихоньку можно трубу удлинять. У меня какое-никакое количество пластика там производится, мало-помалу. Поэтому да, пусть. А, ну и кстати, я забыл совсем. Здесь все натаскали, да? Давай обратно приоритет на 7. Пока что угольные генераторы пусть продолжат работать. А, ну судя по всему, они на одну клетку падают. Вот. А сюда уже соседнее дерево падает. Поэтому вот это будет, наверное, верная расстановка. И все тогда захватится. Да, вот это надо тогда разрушить. И нам надо побыстрее как бы это все дело выращивать. Поэтому давай, наверное, приоритет подкинем на все эти действия злодейства побольше. Эти все ветви деревьев выкорчевываю. Они тут особенно не нужны никак уже, потому что они здесь не работают. Не растут.
температуры слишком высокие. Ну, для них 40 это уже как бы потолок. Автоматику отсюда можно смело убирать и разрушать. Она нам тоже не нужна. Вообще вот это все надо разрушить просто. Уже не актуально. Отсюда у нас будет автоматика работать. Сюда они пускай все это дело садят. Тут уже как бы растут они спокойненько. Температуры тут не будут такие высокие. Я надеюсь, единственное, у нас тут загрязненная вода, она, конечно, идет. Правда, под теплоизолированным трубом, но высокая температура. Будем надеяться, никак не скажется. Ну и здесь я автоматику незамысловатую делаю. Дополнительно буфер еще решил поставить. Секунд так на 20. И пускай сюда закачивают углекислый газ. Не вижу никакого смысла в них здесь. Но зато у нас вот здесь не так много декора. Наверное, их лучше сюда было перетащить и изначально здесь все-таки выращивать. Потому что отдельное какое-то помещение под них ставить как-то бессмысленно, что ли. Давай сюда вот переместим. Там, видать, кто-то попался, но оно как-то багованно работает. И посмотрим, что у нас там за гуманитарная помощь. Нифига интересного, семья Веселиска меня не особо интересует. Такс. Ну, а здесь у нас уже пошел какой-никакой урожай, да, производиться. Надо ли нам сюда как-то охлаждение завести? Пока что вроде температура-то нормальная. Но со временем все может измениться. Ну и надо автоматику делать, чтобы лес отсюда транспортировать. Ибо у нас пока что с этанолом просадочки получились. Ну и также у меня опять яйцо панцирного пуфа есть. Здесь у нас личинки получаются. О, автоматика, подожди. Да, тут нет углекислого газа. Почему? Так, ты не работаешь, да, сейчас? Если выше 1000... Так, отправляет зеленый сигнал. Задержку пока что 5 секунд. Так, если ниже... Как нам сделать-то, блин? А, да, я неправильно развернул. Отсюда же туда же сигнал транслируется. Соответственно, оно так работать и не будет. Разрушаем. Так, вентиль нет. Надо развернуть их в другую сторону. Вот, теперь все правильно. То есть у нас, если выше 1000, то он перестанет работать по факту. То есть должен накачать до 1000. Где-то около того. И отрубиться. Потому что сейчас нет выше 1000, он качает. Когда будет, он перестанет качать. Таким макаром тут все должно работать. Чтобы нашим скользицам было что кушать. Пошла закачанька. Ну, а качать не перекачать. Там этого углекислого газа просто дофигища. Вот, теперь хотя бы здесь он длинношерстный скользец лазит. Это плюс некислый такой к моральному духу. Возможно, стоит того забрать. Ну, я только зря сейчас пластик переведу. Надо было инкубатор вообще не в этом месте ставить. Ну, единственный вариант это вот, я не знаю, сюда в эту комнату запихивать. Чтобы хоть какой-то плюс иметь, да, из этого. И, по-моему, здесь слегка так их много. Что по температурам 20, да? С температурами вроде все замечательно. Сюда надо еще автоматику, я там просто в космосе сейчас занят. Я там уже вижу, что я проектирую не так, как хотелось бы проектировать. Так, смотрим, что у нас тут с автоматикой. Ага, срабатывает, да? Можно на буфер поставить побольше. Задержку там секунд 15. И все будет вообще замечательно. Ну и насчет космической всей этой схемы, блин, я здесь немножечко не так построился. Мне надо так, чтобы автосборщик тут до всего доставал, да? Поэтому надо вытянутую делать, чтобы здесь пуфики летали. Эту клетку надо бы разрушить. Вот здесь вообще надо немножечко подразрушить, эту клетку разрушить. У нас гидрозатвор все-таки внизу будет. Это дело разрушить. Тут вообще можно смело вот это все разрушить. Так, нет, лестницу не надо разрушать. Спасибо, игра.
И неплохо было бы сюда уже принести панцирного, пока он не вылупился по своей там воле. Ну и помним про то, что нам нужен гипсокартон везде и всюду. Это важно. Так, эту дрянь убить. Она мне тут что-то мешает. Убейте ее, пожалуйста. Такс, и загипсокартонить. Просто в любом случае нам кислолит потребуется, и почему бы сразу, пока есть такая возможность, пуфов не вывести. Одно яичко есть, его сразу сюда надо приволочь. Так, ну сейчас ночь, они пока поспят, и потом придут делать дела. Ну и это дело мы чуть позже все зацепим, пока это не столь важно. Главное, пуфа успеть сюда поселить. Здесь потихонечку, помаленечку достраивается вот эта вся автоматика. Отсюда мы будем транспортировать вот сюда вот дерево. Потому что, как видите, этанол все убывает и убывает, и все меньше и меньше становится. Так, что у нас тут по автоматике? Тут вроде бы все замечательно. Тут узник Азкабана. Давай, выходи. Углекислый газ тут периодически закачивается. И вроде им есть чем питаться. Давай даже сделаем выше 600, чтобы тут особо много углекислого газа не было. Но было чем питаться на постоянной основе. Здесь мы откачали все лишнее, это замечательно. Здесь температура все равно набирается. Поэтому, скорее всего, будем практиковать полную запаковку. В любом случае, я скоро смогу с этанола немножечко пересесть и пару еще природных генераторов, да, поставить. У нас тут производительность какая? 394. А потребляет один генератор у нас? Так, 90. Угу. То есть 4 генератора ты способен прокормить. Даже чуть меньше. По-моему, они раньше меньше ели. Требования: горючий газ 90 грамм в секунду. 4 x 9, 36, правильно же, в математику могу. То есть 2 у нас есть, я еще 2 максимум могу подрубить. Блин. Плохо. Ну и здесь что-то у меня есть подозрение, что комната по итогу несколько больше, чем нужно. Ладно, нам в любом случае еще нужен гидрозатвор. Тут яйцо панцирного пуфа есть. Инкубация 58%. Но тут мы инкубатор поставим. Пока что просто неоткуда взять особую энергию. Я почти все это дело сейчас зацепил. Здесь осталось автоматический провод пробросить. И будем запускать это дело. Так, ну и желательно, конечно, электроэнергию подвести. В принципе, это незамысловато. Во, дерево уже добывают, правда, убирать пока что не автоматизировано будем. Здесь какой-то нагрев, тем не менее, присутствует. И да, я угадаю, из-за труб чудесных наших. Это плохо. Это очень плохо, да, тут уже 30 градусов. И походу будет только хуже. Блин, они же у меня с теплоизоляцией. Ну, теплоизоляция нифига не спасает. Надо было, наверное, с керамики бахать. Но керамики столько нету. Ладно, будем надеяться, как-то это все у нас сдюжит. Замечательный гидрозатвор сделал, да, и водицу разлил. То есть тут нефть и вода. А водица нам тут нужна, чтобы не испарялся кислолит. Соответственно, станция существ. Здесь еще надо дверь поставить. Снесем для этого опустошитель бутылок. И чтобы у нас засчиталось это как сооружение, да, хлев. Ну и надо будет посмотреть по размерам. Что-то явно больше, чем нужно. Надо будет его как-то искусственно уменьшить. Здесь я убрал стеночки, чтобы дублики сейчас могли добраться вот до этого провода. Автоматика должна сработать. И двери должны начать открываться. Правда, без электроснабжения это будет достаточно длительный процесс. Но, тем не менее. Вот, теперь двери открываются. Ну, видите, как потихонечку. Вручную придется убрать первый реголит. Ну и дальше у нас уже должна заработать вся система с этими солнечными батареями. Ну и здесь надо бы закрыть, чтобы сюда ничего не попало, на всякий случай. А сюда еще надо, кстати, принести один морозный кокон. Так, дверь, кстати, сделали. Угу. 101 клетка, да, надо 96. Ну, почти угадал с размерами. Давай немножечко убавим. Это не так-то сложно. Хотя надо именно где-то, блин, вверху это делать. В идеале. Так, ладно. Давай как-то так. И поверху аккуратненько это законопатим место.
еще придется какие-то клеточки с гипсокартоном разрушить. Наверное, вот верхний ряд заменим весь. Да, двери открылись бункерные, но, само собой, реголиты убрать пока что нечему. Хотя тут солнечные батареи даже парочку работают, пытаются, по крайней мере, изобразить работу. Но не тут-то было, да, надо все это убирать. Чистите, куда ты полез? В телескоп, алло. Электроэнергия, беда, печаль. Давайте копать. Давайте расчистим сначала, да, территорию. Во, пошел процесс. Замечательно. И сейчас должно уже начать потихонечку хватать электроэнергии. А кого ты там пытаешься изучить? Объясни мне, пожалуйста. Давай анализ. Там на 7. Кто там у нас пришел? Дискет. Ой, пошло закрытие. Метеоритные дожди зафиксированы, да, по всей видимости. Или я хз, что зафиксировано. А что-то кабель потрепало. Почему он нифига не целый? Это беда, печаль. Давай. Все быстренько восстановить. Федор, не стоим, не тупим, работаем. Будьте так любезны, работники. Наконец-то все адекватно и нормально заработало. Проводка у нас на месте. Автоматика на месте. Все теперь замечательно. Робобур, конечно, придется через какое-то время поменять. Я их потом планирую, в принципе, вниз переместить. Но это со временем. Тут немножечко потом все изменится. Но это когда у нас появятся более высокостойкие материалы. Так, и открыть звездную карту. Может, что-то проанализировали. Углеродная планетка, да? Давай следующие планеты анализировать. И смотреть, что у нас там и как вообще в космосе, да? И надо начинать потихонечку ракету строить. И вообще готовиться к тому, что будем ее заправлять паром. И, наверное, где-то здесь мы реализуем производство пара. Где-то здесь, наверное, какую-то комнатушку организуем. Ну и, наверное, имеет смысл еще чуточек. Осадочная порода есть. Хотя нет, там надо обсидиан же, подожди, да? Ну, давай вот так, 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 так. И так. И продолжим пока что тратить сталь на бункерные двери. Еще буквально парочку. Ну а здесь с температурой пока все нормально. Порядка 27, оно вот так вот как-то устаканилось. 30 местами. Главное, чтобы сильно больше не стала температура. Так, дерево пошло, пошло, пошло. Давай посмотрим, все ли тут корректно работает. Так, как оно должно работать. Древесинка сюда приходит. И раскидывается, да? Складской отсек, если здесь уже все полно. И складского отсека сюда, когда здесь заканчивается древесина, да? Это замечательно. Так, что у нас по пуфам? Так, яйцо панцирного, это я в курсе. Так, обычных пуфов выводить, есть ли тут смысл? А, давай еще выведем. Здесь у нас пока что тоже все замечательно, да? Углекислый газ сюда поступает. И наши скользицы им питаются, производя что-то какое-то децельное количество неочищенной нефти. Я надеюсь на то, что они все-таки будут в более, как-то больших объемах это дело все производить. Но, возможно, в перспективе. Сюда я уже даже успел кислородца закачать. Ну и надо, наверное, ставить... Так, это разрушим. Ставить инкубаторы с помощью инкубатора. Хотя тут ты уже, конечно, сам произведешься. Но еще пуфов нам тут не повредит понавтыкать. Так, что у нас тут? Астероид, металлический астероид. Здесь у нас углеродные астероиды. Ну и давай смотреть дальше, что у нас там есть. Дискет, по-моему, преимущественно этим занимается делом. Стали еще надо произвести. Здесь надо будет пар производить. И как-то сюда еще воду подавать. Скорее всего, мы куда-то ее притащим, эту воду самую. Потому что с базы вестись не особый вариант. Хотя, может, стоит здесь какую-то разведку организовать. Нейронный калибратор есть. Сюда вот можем пройтись, почему бы и нет, да? Тут в костюмчиках погулять. Сюда вот прокопать. Нам этот ледяной биом не особо нужен.
будем его размораживать, перерабатывать. Тут калибраторы есть, тут есть морозные коконы. Все это надо отсюда забирать, конечно же. Да, ну вот и панцирный пуфик появился. Правда, пока крох совсем. Но когда-нибудь он вырастет. Здесь нам надо повыше поставить приоритетик, чтобы с ним почаще игрались. Вообще, нам тут пуфы нужны, чем быстрее, тем лучше. Да, диск у нас за изучением космоса активно занимается. Фигашит просто. С наноскоростями. Ну и уже не за горами первые полеты, да? Я думаю, мы уже совсем скоро займемся производством пара. Наверное, впритык будем делать. В принципе, постоянно есть реголит. Какую-то температуру тут можно будет нормальную создать, приток сделать и как-то там производить пар. Посмотрим, что у нас из этого всего получится по итогу. Здесь робобуры со временем, конечно, будут перегреваться. Но, как я и говорил, потом в далеком будущем мы это все переделаем, так, чтобы они не нагревались. Их можно будет смело вниз сюда втыкать. Как-то, да? Не бояться того, что там будет падать реголит, реголит их еще и будет остужать. Но это надо более на высокотемпературостойкий материал, как я уже говорил, который в далеком будущем появится. Так, инкубатор построить, надо электроэнергию подвести, причем немножечко витиевато от этого трансформатора. Ну да ладно. Кстати, так и забыл произвести-то острова тофу. А у нас так-то достаточно много тофу. И сейчас бахнем острова тофу. Перечный хлеб пусть будет. Так, а что они кушают? Жареные грибы, по всей видимости, потому что тофу они покушать не могут. А вот острый тофу смогут, как только он произведется. И сколько скользец проживет? Он, кстати, долго проживет, он тут будет летать себе и снабжать нас декором. Их можно в какие-то такие места приносить, выводить. И они будут обеспечивать дополнительный декор, что, в общем-то, неплохо. Сюда и второго можно впихнуть. Я на это, наверное, пластик все-таки потрачу. У него не так много, но тут он бесхозный летает, как бы, и пользы от него ноль. Вот тут еще какая-то планетка, это спутник. Интересненько, ладно, продолжаем изучать. Сюда волокут морозный кокон еще один. Это все тоже достроят, ну, дело огромное еще на самом деле количество. Мы только начнем покорять космос, но особо никуда не спешим, что нам, зачем. Вот, потихоньку, помаленьку все это освоим. Может, в какой-то момент темпы наберутся. Так, мне тут бы гидрозатвор не отпал, но, по идее, не должен. На этом же пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.